Сова подкустовая. Гуська же, да. Сижу в кустах, под кустами, в теньке, да? Как тебе? Прям вообще? Сидится? И совица сидится. Чё? Ага. Может, я подушку принесла бы сюда. Вообще было бы отлично. А то сидит такая на кочечке. Угу, принести тебе подушку? Угу. Будешь на ней сидеть? Да? Угу. Коленки мои бедные. Вот, Ёль. Подушенька у Савы. Да? Да. Да. Можно сидеть на ней. Давай вот так. Вот так, молодец. Вот. Здорово же. Все, наслаждайся. Ну, на подушечке-то явно удобней, да, Сова? В тенечке и на подушке. Хорошо. Ты на одной ноге стоишь? Сова подушкова. Какая же красота. Уютно. Можно же на жопоньку садиться. Да? И обзор хороший. Тебе все видно, а тебя никого не видно. Скажу, сидела уютненько на жопоньке, а тут эти себе пилу включили, да? А что они пилу включили? Они будут пилить, там дерево на том берегу. Давай тебе водичку поменяем. Да, Ёль? Только я хотела полить этой водичкой вот этот кустик. Сейчас я ведерочко тогда уж возьму. Да, Угува, я тебе поливать буду сейчас тебя. Под самый корень. О, у тебя уже водомерки завелись. Вот, вот сюда. Ой, не переживай. Мы просто полить твои кусты, чтобы они не завяли, и тебе было комфортно. Мы же их только недавно посадили. Им там грустно без водички. Ничего, вода, ну, мутная, да. Ой-ой-ой, скажи. Подушку я не мокрю, не переживай. Все отлично, сейчас буду мыть тебе твою. Ой, скажи, да ну нафиг вас. Ладно, тогда польем тут все нормально, чтобы и вернемся на место. Вот так. Что, Сова, волнительно? Скажи, пришла опять на подушечку, а тут начинается всякое. Это тебе бревнышки привезли. Прохладно тебе здесь, хорошо. Теперь чистая водичка. На 3 дня чистая. Сидит такая сова на подушечке. Ездит, скажи, всякие. Покой нарушают. Не переживай. Бревно привезли. Да сиди, сиди, Угува. Все, я тут перестал тарахтеть.
Это ты погрызла кусты ёль. Ну зачем ты вот это вот сделала? Ну, оно же засохнет. Ну вот, сова, зачем ты куст грызла? Как так-то? Мими, вот кто это сделал? А? И глаза такие честные. Жалко кусты. Скажи, подумаешь, новые вырастут. Точнее, посадите новые. Ты как зайчик. Я у тебя тут... А, я знаю, кто это сделал. Скажи, что это вот это вот, а, да? Да, вот кто кусты-то погрыз. Вам тут хорошо вдвоем? У тебя новая подружка? Сидит такая на подушечке рядом. И кусты грызет кому-то. Прекрасно. Скажи, чтобы не грызла. Не, ну ты видела? Тебе трон везут. Деревянный. Прямо. Прямо в ворота. Я говорю, зачем ему нужен квадроцикл вообще? Он бревно так потащил, все так это. Звук, как будто где-то рой роится. Елочка, смотри, тут обновку притащили. Трон, говорю, я ей прям еще. Сейчас тебе дом разрушит. Отличные конкурсы. То качели, то трон. Отползай, отползай. Она сейчас тут как вспорхнула, я аж присела. Не достает до пенька? Нет. А он сильно перевешивает? Главное, чтобы просто сову не придавило. Ну, что, сюда поближе? Не, его прям в уголок, да. Не, да. Да, не. Или перевернуть будет устойчивей? Не будет. Не будет? Ой. Еленька, ну, можно ей принести просто пенек повыше и на него упирать. Носите. Хорошо. Спасибо. Утомили ваши пеньки за сегодня уже. Пошли купаться. Да ну, уже можно? Да. Удивительно. Отработка прошла успешно, все, можно. Ага. Пойдем, сова. Закройте мне дверь, пожалуйста. Прикрой ее, да? Смотри, какая штука. Все, села. Ну и как тебе? Скажи, да ну вас. Да, прекрасно вообще.